Урок 22. Задача первая. Разложите на множители. Минус можно вынести за скобки. Многочлен, который в скобках можно записать в стандартном виде, в порядке убывания степеней. Затем следует заметить, что это формула. Квадрат суммы b плюс 4 в квадрате. А значит, можно представить в виде произведения двух множителей b плюс 4 умножить на b плюс 4 и еще перед скобками минус. Задача вторая. Решите уравнение. Сначала надо возвести в квадрат по формуле квадрат разности 3х минус 2 в квадрате. Что получится? Раскрывая скобки, возводим в квадрат 9х квадрат минус 12х плюс 4. Теперь надо возвести в квадрат по формуле квадрат суммы 3х плюс 2 и поменять знаки на противоположные, потому что минус перед скобками будет 9х квадрат минус 12х минус 4. И справа от знака равенства 48. 9х квадрат минус 9х квадрат. Взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. Плюс 4 минус 4, их сумма равна нулю. Слева будет минус 24х, справа 48. Чтобы найти х, 48 надо разделить на минус 24. Х равен минус 2. Задача третья. Упростите выражение. Давайте воспользуемся формулой разность квадратов. Так, по этой формуле, значит, первый множитель будет 5а минус b плюс 5a плюс b, а второй множитель, вот во вторых скобках, 5а минус b минус 5а плюс b. При вычитании суммы вычитается каждое слагаемое. Значит, будет в скобках минус 5а минус b. Так. Минус b плюс b. Сумма равна нулю. 5а минус 5а. Сумма равна нулю. В первых скобках будет 10а. Во вторых минус 2b. Перемножая, получаем ответ минус 20АВ. Задача четвертая. Разложите на множители. Здесь надо увидеть формулу куб разности. То есть х минус у в квадрате возводится в куб. И тогда раскладываем на множители. Вот будет 3 одинаковых множителя. Задача пятая. Даны два последовательных натуральных числа. Квадрат меньшего на 27 меньше квадрата большего числа. Найдите меньшее число. Давайте меньшее число обозначим за n, а то, которое идет следом, на 1 больше n плюс 1. Квадрат меньшего на 27 меньше квадрата большего. Значит, если к n квадрат прибавить 27, получится квадрат большего числа. Давайте по формуле квадрат суммы раскроем вот эти скобки, возведем в квадрат. Будет n квадрат плюс 2n плюс 1. Теперь надо отнять и слева, и справа от знака равенства n в квадрате. Затем упростить и находим значение n. n равно 13. Меньшее число 13.